Минувшей ночью в результате пожара погибли двое ивановцев. Возгорание произошло в 5 утра в доме номер 33 по улице Пушкина. Увидев дым в одной из квартир, соседи вызвали пожарных. На месте происшествия спасатели были через считанные минуты. 15 жильцов подъезда немедленно эвакуировали. Источник возгорания в квартире был найден. Оказалось, что горит мебель в одной из комнат на площади 5 квадратных метров. Буквально через 20 минут пожар был локализован. Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что в огне погибли женщина 1930 года рождения, ее внук, 33-летний житель областного центра. Одной из основных причин рассматривается неосторожность при курении, так как там очаг пожара находился в месте, где установлено кресло. Кроме, значит, лиц, которые находились в данной квартире, погибших, пострадавших на данном пожаре больше не допущено.